Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. У 55-й мотострелковой бригады в Туве новый командир. Командиром мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Кызыле, назначен полковник Рамиль Ибатуллин. Главе Тувы Шалбану Караолу нового командира представил командующий 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа генерал-майор Алексей Завизьон. Отмечается, что Рамиль Ибатуллин окончил танковый институт и общевойсковую академию вооруженных сил России. Прошел путь от командира взвода до командира отдельной мотострелковой бригады. До назначения в Туву занимал пост начальника управления командования резерва в Южном федеральном округе. В этом году главным направлением работы проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» станет контроль за сферой образования, школами и детскими садами. Об этом сообщил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков. Эксперты проекта ОНФ «Народная оценка качества» в ходе мониторинга работы детских садов и школ не раз сталкивались с проблемами в сфере безопасности. На сайт проекта регулярно приходят обращения родителей с жалобами на случаи халатной организации пропускного контроля в образовательных учреждениях, когда в школу с улицы может зайти кто угодно. А через открытые калитки или проломы в заборах ребенок свободно может покинуть территорию детского сада. Активисты ОНФ призывают родителей присылать обращения на сайт naroocenka.ru с описанием проблемы, адресом детского сада или школы. При желании можно указать свой контактный телефон. Сотрудниками полиции по горячим следам раскрыта кража 5 лошадей, совершенная в Тандинском районе. 15 января в отдел полиции обратилась 48-летняя жительница села Балгазин с заявлением о краже. Женщина пояснила полицейским, что ночью неизвестные похитили 5 принадлежащих ей лошадей, находившихся на свободном выпасе в поле недалеко от села. Также заявительница уточнила, что в хозяйстве у нее имелось 10 лошадей. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по части кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий недалеко от села Балгазын полицейские обнаружили место забоя похищенных животных. С места происшествия экспертам-криминалистам изъяты следы обуви, следы протекторов шин, а также топор и веревка, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. По подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 5 мужчин, жителей различных районов республики в возрасте от 22 до 32 лет, один из которых неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». 21 января в 17 часов Национальный театр приглашает на премьеру драмы «Бернарда Альба» по пьесе Гарсия Лорка. Касса театра 2.11.41. В Центре медицинской профилактики с 17 января начнет работать школа здорового образа жизни. Любой желающий, посещая школу ЗОЖ, может научиться основным принципам здорового образа жизни и узнать больше о факторах риска развития инфекционных заболеваний. Школа будет работать каждую среду в 13.00 в самом центре. Необходимо только заранее записаться. Также те, кто посещает школу ЗОЖ, смогут получить консультации узких специалистов. 17 января в Центре медпрофилактики дадут консультации терапевт, отоларинголог, педиатр, невролог, акушер-гинеколог и клинический психолог.
Тувинский артист Сайдаш Мангуш борется за 500 000 рублей. Заслуженный артист Республики Тыва Сайдаш Мангуш в числе этноисполнителей межрегионального проекта «Бийеркун». «Бийеркун», то есть «Под одним солнцем», так назван совместный проект Якутского театра эстрады и национальной вещательной компании «Саха», который проходит при поддержке регионального министерства культуры и духовного развития. Конкурс стартовал в августе прошлого года, завершится в середине февраля этого года. «Бийеркун» объединил этноисполнителей из 11 регионов России. Трансляции якутского проекта смотрите на канале «Новый век» с 16 до 19 января каждый день после выпуска региональных новостей. Конкурс проводится в несколько этапов. Отборочный тур Сайдаш Мангуш прошел, когда представил на суд жюри свой клип «Адуген Тайга». Вторым этапом стал большой совместный концерт с участием всех конкурсантов. Сайдаш Мангуш исполнил 2 народные песни и 1 авторскую. Нынешний этап – это народное голосование. Начиная с сегодняшнего дня можно голосовать за нашу республику, республики Тыва. Там получается короткий номер 5577. Отправлять сообщение шоу 1. Я, получается, выступаю под номером 1. Ближайшие сутки по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Днем местами небольшой и умеренный снег. На дорогах гололедица, в Кызыле переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью минус 33-35 градусов, днем минус 25-27 градусов.